По-моему, было очень четко и прекрасно рассказано. Конечно, это имеет прямое отношение к анализу операторов в пространстве ФОКа, Бармана ФОКа в данном случае. Так что это связано с математической физикой. У меня вот такой вопрос. В этом простейшем примере, когда z и z квадрат и круги, круг из него вырезали маленький, можно, наверное, явно написать эту аппроксимацию? Ну, я думаю, что аппроксимация, наверное, в этой ситуации, да? В этой ситуации, да, можно. Два кружка вырезать. Можно, да. Там нет кружки, там потом мы уменьшаем. Значит, мы берем один кружок, аппроксимация есть. Потом поменьше кружок, аппроксимация есть. Нет, тут дан круг единичный, из него вырезали эпсилон кружочек маленький. В этой ситуации z аппроксимируется, приводит z квадрат, нужно на что-то. Вот это что-то, наверное, можно явно прописать. Да, конечно, найти. Интересно посмотреть на него. Я что хочу сказать, что вот мы были в Санкт-Петербурге. А не очевидно. Они, это сложный вопрос. Его решали, мне кажется, всю ночь. Я говорю, не очевидно это, даже для z квадрата. Да, ну вот методом, который Валера... Там доказано, что существование этой вещи. При этом не только z квадрат. Владимир Васильевич, а вот в многомерном анализе эта методика не пойдет. Там нули уходят на бесконечность. Или есть другая методика, которая это позволит сделать в многомерном анализе? Значит, этот результат, о котором я сейчас говорю, он верен, он доказан для произвольной целой функции в многомерном пространстве CM. Когда не прав, Юра, пойдет. Да, пойдет, тут же компакты. Да, она не уйдет, так сказать. Там вырезать нам вот эти нулевые множества, будут компакты и так далее, правильно?